Всем привет, друзья! Такая зима у нас началась, взрослая, минус 11, снег валит с ночи, и уже так его нормально упало. Суровые открыли ворота, пока непонятно зачем. Суровый Мерседес выпустить надо. Кардан еще не стоит. А нет, стоит. Офигеть вообще. Сейчас мы тест-драйв по танковой лупанем, наверное. Красиво. Дрифтануть прошу. Надо пожестче. Да. Есть, стоп, и починил. Вот это человек. А подожди, а задние фары горят, задние? Охренеть вообще. Где? А ну. Антибукс. МЛы чинят. Видите, уровень нормальный. Саня, дай. А выключил передние. А передний левый примерз, не могу выключить. Как-то слабо. На нем страшновато, хотя машин нету. О! Нормально валит. Все. Машинка жива. Довольный. Ох, сейчас катнем. Осторожно, БХ-7 там. Суровый требует продолжения банкета. Хочу дрифт, говорит. Дрифт хочу. Тут опасно. Ну зато кардан работает. Ну да, для теста кардана то, что надо, да, походу? Ага. Что там, он даже ровно крутится. Он ровно крутится. Настолько скользко, что даже лед получается. Понял, что ну каток, да, лед. Рулем вращает, понял, а этот. А до сраки, машина все равно прямо едет. Я когда в бокс заезжал, с первого раза не смог заехать. Задавит еще? Опасно. Жесткий. Сильный зацеп сзади. Надо колесо качнуть, это заднее правое не докачано. Ну, там место смотри. Да не, на полном сложно. Проверка кардана. Блин, сейчас, мне кажется, ДТП может опять быть. У нас же было ДТП, же видел, какое жесткое в субботу? Прям серьезный водитель. Да я знаю, но... Главное, чтобы он на ту, эту там, пятерка или четверка, что там стоит, чтобы он ей на крышу не заехал. Скажи, чтобы от Запорожца моего отъехал, блин. Нету рации у тебя? Нету. А ты его машину там рукой? Лезет на ТО. А он не откроет, нагретая она сейчас, да? Смотри, сейчас будет брызгать. Не, нормально, не нагрелась еще. Полная? Она у нас мощнее не уходила, мы ее проверили, промешали. Так, вот он главный конструктор. Выходит на арену. Не успел, Сань. Там БМВ, осторожно. Колеса надо накачать сильнее задние, будет легче дрифтить. Нормально?
дрифтер. 103 на второй. Ёханый бабай. Жесткий, да? Хочет. А что там, плохо рулевое, да, работает? Или нормально? Ну, обратной связи же нету. Управляемости вообще нет. Как ноль управляемости? Ты чё? Ну, на снегу вообще немає. То есть, вот просто... Дверь открыл, выходи! Блин, это жесткая команда. Я вам всегда говорил про них. Старый дрифтер борозды не испортит, да? Да, да. Площадка маленькая, да? Да, бородатый лучше крутый, чем. Да, бородатый лучше? Да, конечно. А тому тоже бороду, значит. Либо прилепить, либо тему сбрить, да? Да, стопы работают, а повороты, говорит. Саня! Ветер стоит. Встает и. Блин, там Запорожец мой, елки-палки. Да? 2,4. Турбо. Не. Шо він, блин? Что-то не готов. Газу, блин, страшно. Ох, на камеру работает. Красавчик. Сейчас давайте полный включим. А ну, попробуй. Газу. Работает полный привод. На полном не подрифтишь с таким зацепом. Опасность ДТП возросла на полном приводе в этой ситуации. Да, погода шикарнейшая просто. Вентилятор включился, пар идет сверху. Еще разочек. Самовар так. Колеса спустить надо. Я тут гололед, сейчас скатаю нормально будет. Не, на полном приводе дрифтовать не хочет.
Ну да, на гололёде, согласен с тобой. Куда встать? Ну так, параллельно, встань к Мерсу. Блин, это класс, конечно, у вас. Когда он работает, это бомба. Колеса. Может, наступит 23 марта. Там снег 3 дня обещают. Ну, не знаю, обычно прогнозы так, как угадают. Ну, посмотрим. По крайней мере, оффроуд на субботу обеспечен красивый. Вот она машинка. А вот суровый. Спас. Спас, она работает. Спас. Машину от поломки спас. Так, теперь идет ремонт дворника и печки. Получится, ты думаешь? Настолько суровый. Ты просто голыми руками практически держит раскаленный металл. А вот и дворничек сам. Блин, сварка продолжается уже достаточно долго. Нас сразу и дворник привари туда, чтобы не отпадал никогда. Пока горячая, засовывай, приклеит. Пока горячая, говорит, надо было. Да подожди, вот же чисто. Куда ты в грязную воду? Ёлки-палки, оно же не будет работать в грязи. В грязи не будет работать. Вот тут доработка идет нереальная просто. У него дворника продолжается, да? Ёлки, ты что? Ты выпиливаешь снова вроде как. Серега, остановись. Серега, остановись. Ремонт печки. Смотрите, что творит. Не сломай крепление, но ух ты, ёлки. Ящик не сломай со сверлами. Подсветка срабатывает в дрели. Суровый. Фильм «Суровый 2» смотрел? Нет. Включай. Я изобрел эту конструкцию. Чертежи у меня, да? Ага. Смотрите, крепление 21 века. Быстро съем, да, практически? Почти. Друзья, это фантастика. Суровая. Просто тут проводка сложнее, чем в любом Майбахе в этой машине. Ее просто очень много. Она тут параллельно пущенная, как в Роллс-Ройсе местами. Видите, поворот работает, дворники работают. Печка сейчас тоже заработает. В общем, можно ехать уже. Видите, друзья, чем хорошо, когда морозный день у нас. Четко видно, сколько солярки в баке. Это бак у нас такой интересной формы. Это Эдик, изобретатель этого УАЗа. Звонил недавно, кстати. Это он его делал. Бак 34 литра всего-навсего. И видите, видно по изморози, видно, сколько солярки у нас сегодня. Что-то немного, кстати, на танковую опасно сейчас. Но выход с бака такой, что солярка заканчивается полностью. Выход внизу, то есть. И какого бы перекоса не было, но это для... В Сваляве я покупал машину. И получается, в горах форма бака правильная такая, что какого бы перекоса не было, будет работать. Но вес у него бешеный, и место занимает, и форма противоречивая, конечно. Ну, тут можно облегчить эту машину, я не знаю, на сколько тонн. На полтонны точно можно убрать с бахи семерки колеса тут. Попали случайно. Пошел тюнинг полный. Ого, ты жестко. Саня говорит, с металлом напряженка. Сейчас картоном доработаем. Папье-маше или что? Да. Блин, слышишь, а это ж подножка, можно теперь есть куда становиться, когда отвесить, понял? Ну да, а ну встанешь ногой?
когда закрыто. О, видишь, отвешивать можно. Так это нормально, конструктив нормальный получился. Да вообще все отрезать. Работает? Поворот работает. Печку, Саня говорит, тоже почти работает. Колеса куда-то дым. Колеса сейчас... Сейчас в бэху бросим в багажник. Это ж бэховский. Скоро же весна, переобувать назад. Печку Саня сделал. Два положения даже теперь работает. Что-то еще сделал. Повороты тоже работают. Что-то контрольная уже не работает. В общем, повороты работают, стопы работают. Габариты, давай фары включим. Фары тоже есть. Где горбунчик стоит. Едем на танковую сейчас. Прокатимся, как там наша танковая. А дворники тоже, второй дворник появился. Целый тюнинг был. Серьезный. А снег перестал идти, да? Пока хватит, там обещали, потом добавят завтра еще. Послезавтра. И вот она и танковая. Так, по прямой где-то заезд теоретически есть. Практически не готова немножко. Объедем. Полный привод. Ракета. Вот тут можно заехать, наверное. Заедем. Нормально заехали. Чтоб далеко не объезжать. Ну, тут все замерзло. Наглухо. Танки вон, кстати, видно, как разворачивался он здесь, видишь? А вот и джиперы какие-то. А это к Сане кто-то едет, да? Была эта машина. Ого! Тут хорошо. Сегодня. С печкой классно. Сейчас давай включим сильнее, чтобы прогреть салон полностью. Наглухо все замерзло. Провалиться нереально сегодня, наверное. Сейчас к центральной луже съездим. Посмотрим. А сколько ты давления качал? 9,9. А? 2,9. 0,9. Да, танки тут летали нормально. Смотри, как видно. Комфортно идет, да? Только замерзшая грязь выступает из-под снега. Солярка не должна закончиться, там еще есть несколько литров. Расход небольшой. Часто задаваемый вопрос, какой расход. Вот эта лужа, смотри, вот тут, видишь? Вот тут лед. Ничего не провалится. При таком морозе тут промерзло. Все мертво. Колеса сильно накачаны, все равно не провалится. Красиво, да? А там карданчик где-то мой лежит. Подо льдом. А на втором участке. Это ж первый участок, там дальше поворот и второй. Блин, я поворот не включил при перестроении, да? Сейчас давай вправо. А вот и левый контрольная заработала тоже.
включаем, перестраиваемся. Говорит, зачем тебе повороты, зачем тебе повороты? Да мало ли танк сзади будет нагонять, да? Нету? Танка не видно? Нету. Слава богу. Да, по этой погоде интересно тут на танк посмотреть. Тут ровный участок. Правда, не очень, как-то они тут копнули. Да, шикарно, мотор работает. И печка. И печка хорошо работает. Дворнички работают. Да, первый оффроуд этой машины в Киеве был именно здесь, вот в этих местах. Стоял и вбил 160 шины тракторные. Были мосты с самоблоками. Редуктора 21-й Волги. Блин, как-то тут дует со всех сторон, я не могу понять. Наверное, немного не герметично, конечно, машина, но ничего. Печка работает. Температура, давление, все есть. Вот это самая глубокая лужа. Кстати, когда сломали, вот отсюда меня притащили задним ходом. Вот эта лужа, где кончили мотор Рубикона, где тонул много раз Леня, где УАЗы тут тонули зимой, точнее в марте, в конце, ну была жесть просто. 2 или 3 года назад уже. Видите, все замерзло. Ничего нету. Будем ждать весны. И проедем уже по-хорошему. Тут льдины. А, это льдины лежат. Это танк поразбивал такие льдины. И не проваливается вообще. Это тут глубина больше половины моего колеса. А может и уже и глубже. Да, когда тепло, хочется зимы. Когда зима, хочется, чтобы растаяло все. Главное, машина едет. Пониженная одна, кстати, включена. Одна не включена, вот вторая. Тут можем ехать. Может ехать сам. Давай я покажу с улицы, как он едет. Выпрыгнуть бы где-то. Классно, едет красиво. Как обычно. Коронный трюк. Студенты внутри. Вот сейчас даже в колею встал. Едет сама. Шины подустали уже немножко за эти годы. Уже сколько я лет, 5 уже над ними издеваюсь. Поотрывался кое-где протектор. А так все хорошо. Студенты рулят сами. С пассажирского места. Танковая. Как я и говорил, все, замерзло, идешь. Снег, кстати, опять начал идти потихоньку. Мотор работает бесподобно. Хватает понижения. Первая пониженная. Точнее, 2 пониженные. А, наверное, 2-я даже это. А, это 2-я, 2 пониженные. Думаю, как-то быстро едет очень. Вот первое. Все намного медленнее, да? Первое, это 2-я. Это 3-я. 4-я. 5-я. 5-я, 2 пониженные. Ну,
Ну да. Уверенно, да? Да, красота. Снег, говорю, пошел, да? Опять. Это хорошо. Хотелось бы, чтобы 23 марта повторилось. Такое бывает, наверное, раз в 100 лет. Тут ровненько уже. На второй участок поедем. Или хватит и первого. Танки разровняли эти бугры. Интересно, кстати, на второй участок ездят танки, то там наш кардан могли повредить. Да, есть следы. Скорее всего, ездят. Красота. Сейчас прокатимся еще и туда. Тут лес более красивый такой. Где-то моя блокировка лежит. Уже товарищ Магнит привез. Ждем, пока растает. Будем искать и блокировку, и кардан. Да, ничего не проваливается. Тут можно, наверное, с хорошим клиренсом на любой машине сегодня кататься, да? На восьмерке, на девятке, да? Вы тут и не были, да? Или были? А, ну тут что-то не похоже, что танки, или похоже? А? Следы есть, но как-то так. Ну тут вот это же лужи, видите, середина это лужи, вот все. Так, вот мы сейчас по луже едем. Катались мы тут вроде, да? Погода была бомбезная, да? Дождь валил целый день, да, да, да. Так, ну что, все. Все понятно, в принципе, можем разворачиваться и ехать. Кардан лежит там подальше. И ехать в обратном направлении. Замок замерзает моментально. Пока отогрелся, работал. Да, на этом морозе. И гидроусилитель это нет, развернемся сейчас. Потихоньку. С таким понижением. Несложно. Наши следы теперь здесь. Прикинь, люди едут там по дороге, думают, какие сумасшедшие тут могли ездить только что, да? Да, все боялись танковые выходные. Тут нечего бояться. Никто не провалился. Поехали на Сундуковский, конечно, и не ошиблись. Там
Было очень круто. Не знаю, как бы я там на УАЗе ехал. В плане тормозов и этого гололеда бешеного. Ну ничего. Я думаю, как-то объехал. Шины тут брошенные позамерзали. Повмерзали. Что, все пока на сегодня. Прокатились. Так, ну что, подписывайтесь, делитесь. Машинка на ходу. Осталось еще 2-3 починить, оживить. И будем гонять. Всем до встречи, пока.